Сомалийский, я касочкой разбавлю. Шум, блин, там еще на лоране сидит. У нас один РДД сильно. Ты же знаешь, что будет кидаться на это освобожденка постоянно на хилов, да, в принципе, догадывался. Так что в хила. Да, в принципе, тут можно прыгнуть в хила, согласен. Как-то дисбаланс у вас. Патисы. Так чё, сомалийский ты потанчишь, да, не? Да. Не, я могу подудешить, если хотите. Не без разницы, смотри. Лучше, да, я не знаю, ДД. Мне кажется, пускай лучше ддшит, потому что отряд рекомана резается. Рекомана хоть резается. Так Вальтер... Нет, ретрик. Ну вот тут будет два ретрика тогда будет водит. Два ретрика, будет охуенно. Ну такое, честно. А у тебя что, ДД нету, что ли? Ой, у танк. Меня есть. А кто вот этот ДК, я не знаю, кто это. Лана ДД. Кто это? Это Никита, он еще со старой гильды. Он знает еще того, того, как это. Ну, убивали. Я не знаю. Помнит он ее, нет. Вон лис ему дайте. Инкомитет. Меточки ему просто поставьте, да и все. Идем шарпи сумонить, он бежать не хочет. Тот один. Войд, ты чё, откуда у тебя столько полиролей? Что на вояке, что на этом? Не на знаю. ДК? На варе уже давно. А тут и где-то с гильды бабки воруешь или что? Я ничего не понимаю. Какие? Ах ты жулик. У меня только два камня в тапках стоит. Ну это здесь, вар почти. Он голый на почтовом ящике танцует. Так вар-то у меня давно уже месяца три как. Ну ты жулик. Посмотри, у меня всего два камня. Ё-моё. Ну так я покупал их. Еще месяца три назад, наверное. Я тебе говорю, он голый на почтовом ящике в Далране танцует. Как они с Авинар-то познакомились? Она тоже голая, да, танцевала. В кустах товарищ полицейский сидел. Почему так долго все это, сука? О, залетаем. Почему нету камня в Далран и нету, блядь, прибежать сюда нельзя, блядь, вот этот инстабоссом? Ой, о, меточки, хорош. Хорош. Только синюю перенеси чуть-чуть в центр. Потому что там милики будут стоять бить. Затащите Ланатель в Дискорд. У него прав нет. Так пускай в канал Пуги зайдет, блядь. Чтобы видно было, кто он, как у него ник там. А то как его тащить, где его искать. Мы знаем, да?
Уолтер, раздашь кулаки, Генри? Ты уже каски раздал. Окей. Как же все сложно, ёб твою мать. Здравствуйте. Здрасте. Ты ровный пацан. О, здорово. Ты видишь метки над головой синие? Что? Ты метки синие над головой видишь? Где? Так у него же Ханг 1 стоит. На Синдре. Нет. Ты, короче, ровный пацан или нуб? Я на Синдре нубас, но так ровный. Бля. Короче, бля, лучше, чтобы ты был ровным. Император, поставь еще одну метку. Я не могу ее тыкнуть на ассиста. Да, у меня не ассиста. Тыкает. Тыкает. Надо ставить, а не тыкать. Тыкать будешь Бабе. Бабе надо вставлять. Ну, ну ты знаешь, в наше время не факт. Твой не факт. Там вон царь клинья подбивает. Смотри. Первая фаза. Треугольник крестик выносится. Вторая фаза начинается с печеньки. Даже печеньку далеко поставил. Смотри, печенька, квадрат. Печенька, квадрат. Получается четная печенька. Нечетная печенька, четная квадрат. Вся тактика. От босса можешь не отбегать, прожимаешь зеленку и живешь. Только, соответственно, под конец каста прожимаешь, давай, чтобы она не пошла раньше. Это время. Самое, пизда, стоим, блядь, долго. Рыбу. Ладно, не надо рыбу, это десятка, поехали. Хилы, хилим. Кто танчит первый? Угу. Хорош, ладно, бегите. На ЛРЭ сразу давай это истерию. Хуй там кто дал. Блин, я на себя дал, ну ладно, ничего. Да ладно, выбить. Чуть-чуть дали. Отбегаем, ДК зеленку прожимаем. Ну, у нас танк нуб, не знаю. Никто не уцелеет. Слушай. Так, да мы синхронно двигались туда-сюда. Левый стоп, правый стоп, хватит бить. Не бей. Поднимайся, Шама. Блять, я ГП нахуярю, не посмотрю, что это десятка обычка, нахуй. Чё-то он... Ты тут, ты император. Так вставай, хули ты лёг. Хуер дайте. Хуер не дать? Пиздец. А где вставалка твоя? Потерялась. Прохил Вайда. Захил. Муса БР сейчас дай. Сука. Дай пружинку вот. Прохил сразу Веда. Тотем ставь, иннер кидай императору.
14% снесли. Ну, будете сейчас перезаходить на маленький срок, будем менять рейд, если вы будете убивать. Учитывая то, что у нас 0 РТД, то да. Стопнули. 5к ДПС, а тут нефу делать. Разбиваем. Я говорил, давай я на анфолика сомалийский кустанчик. А мне что делать? И ты танчить будешь. Ты больше сомалийского дашь? Да. На этом боссе так точно, да. Как ее переводить, я не знаю. Да, блять, не бейте метки. Алло. Давайте, Геро. Если не переведете, то не успеем убить. Бля, 12 обморожен. Не умрешь. ДК, стопни, ебаный. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Не, бейте ты, пацан. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Через 5 секунд взлетка. Повезло. Миликам повторите, что скидывать надо. Милики все за глыбу скидывают. Стоп, ДД по глыбу. И глыбу бьют, соответственно. Да, бать тебе некому. А как ты упал-то? Ёбаный ты дурак. Вообще без понятия. Ни притяжки, вообще ничего не. По войду фридом дайте. Сука, ты первый раз тут, что ли, нахуй? Или чё, я не понимаю. Вальтер налево. Сейчас я будет скину. Захил Вайда. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна.
Да не, это... Да, хотя нет, сейчас может стал. Один человек упадет, полегче будет. Давай на приста зайдой. Синдром не разбивайте бомбу, красавцы. Это говно какое-то. Император падает от стаков, как нуб. От бомбы, как нуб. Блять, я не понимаю, что у тебя, блять, там. Ты можешь объяснить? Ты что, нуб, что ли, или что, блять? Алло. Со всеми бывает. Немножко вот ошибся. Спека со танка. Пиздец. Собрал рейд. Думаешь, убьешь таким рейдом? Решайте, кого какого ДД вы будете менять. Потому что нам нужен РДД, мы хуй убьем. Нужен кастер один, да. Я на приста захожу. Ждите. Вы зашли персами сюда делать что? Вот я делаю доступ в ЦЛК 10 гер. Я туда пойду и затанчу на фул. А вы туда пойдете? ДК этот не пойдет точно. Валтер не пойдет. Сомалийский там был. Раздавака хуй знает нахуй. Элрей раздавака хуй знает. Император, блядь. Как нуб упал. Я не пойду, у меня валитрия, блядь, не закрыта. Ни вставалки, нихуя нет. Пиздец. Еще раз упадешь так, блядь, как нуб нахуй. От бомбы и от стаков 20 тысяч урона, блядь. Просто вхуярите ГП, блядь. Ты что, нихуя себе? Шансунгу пати. Валтера кика и Шансунгу пати. А я шассист. Пошлите за суммоним кто-то один. Лол. Смотрите, я на маунте. Хорош. Я не знаю, что с синдромом там вы будете на второй фазе делать. Ну на личи вы в два никак не захерите вообще. Сосай кудасай будем делать. Вайпанетесь, я сразу ухожу. Будьте сами добивать. Да хули негатив нахуй, 4 часа утра. Нормально, нахуй. Да беги, беги, Димон. Видал, как надо забирать с собой. Да не, я вышел. Я зашел, точнее, уже я не видел. Ну чё, я двоих убил, не знаю. Ты не убил, ты добил их. Там по две, по три КХП у них осталось после череды. По одному. Минусок сделал, уже хорош. Радости, блять, полные штаны. Дайте это баф раскинуть. Каски там. Сейчас дам.
Мамонт есть у кого-то? Как я понимаю, что он напрягав на то, чтобы встать. У меня символ стоит, но вставал. Ну просто где-то я уже, блядь, ложился. Может, Дживс у кого-то есть? Не, ну ладно, если символ, то поехали. Дживс, вон, смотри, покупай. Кому что надо, покупайте, вот Дживс стоит. Не будет никогда за УД. Да новая валюта какая-то появится. Вы чё? Ну, сейчас уже ДПС получше. Ой, блядь. Шлупа не ДПС. Отойди, ДК, блядь. Он завис, походу. Да ладно, успеете, тут у этих у колб 183 кхп. Вот этот над людьми, над ихней башкой появляется синяя метка. От этих людей надо стоять на 15 метров, чтобы не заморозиться. Это понятно? Я уже понял. Да что за говно это такое? А ты молодец. Мать вашу, блядь. Не бейте глыбу хоть эту. Yeah.
Сок там. До перехода. 43. Раздавака. Сейчас только спускается, сразу Геру и Бен. Блять, Ланатели нахуй. Раскрой глаза свои. Синие кружки левую на полу падают. Перемещайся за глыбой. В героическом режиме это ваншот. Миллион урона. Разбиваем. Геру что? Прям сейчас давать или после мед? За центром спрятали. Отбегай метко. Иди. Встань. Сейчас иди. Разбиваем и даешь Геру. Геру уже да. Раздавака. Ой, метка, блять, ёбаный. Умер нахуй. Опять на. Получше хильте там на фул хп. Или вы поймете. Один хил осталось. Переключайтесь, хильте. Все там. У кого мана есть, подхиливаем. А, один хил, ну так значит цепухи. Это с квадрата, с квадрата уйдите. Ваша мана, кастуйте цепухи, нахуй, не убьет. Сейчас притяжка будет. Цепухи дали быстро, нахуй. Стоим, отойдите, кастуют. Хила одного разбейте быстро, цепухами хиль тереет два шамана. Или вы понете сейчас. Я не скину стаки воет, прожимайся. С центра выебить. Дал незабываемость. Это забирать. Себя не уроните нахуй. Хиль себя нахуй. Ой, блядь, охуенно забрал. Иди, иди. Самолийского не роните сейчас. Сразу меня разобьете. Сразу разбивайте и прячьте за него. Самолийского не уроните, иначе вы пойдете. Ужимайся. Иди. Захильте ДДшников или вы. Да осталось сколько?
4 человека. 0 хилов. 0 хилов. Да говно это. Да, вы разверни. Император Шам опять упал от того, что его заморозило, блядь, глыбой. Просто, блядь, я вам. Просто это залупа, а не рейд. Император, ладно, ты падал. ДПС у тебя ниже, чем у Ланателя. Так, потому что он мне освобожденных сколько было, посмотри. Я словил все освобожденки. Как ты, скажи мне, сдох, блядь, от глыбы, которая заморозила, блядь, кого? ШП, по-моему? ШП, да. Потому что уже лол ХП был. Ты сдох от глыбы. Короче, я вам так скажу, нахуй. Вам... При чем здесь, блядь, лол ХП? Здесь в ЦЛК 10 гер пойдет Шерписту, потому что он там был. Сомалийский, Моса. Моса, по-моему, убита. Микстурка пойдет. Все остальные, блядь, не пойдут просто туда. Потому что вам туда, сука, рано. Вам там ничего не надо. И нехуй здесь сейчас что-то закрывать пытаться. Это нахуй вам не надо. Можете расходиться. Я ебал, блядь, здесь сидеть. Или ищите, а то есть... кого-то там, убейте без меня. Тормози. Я тоже, типа, косячу. Ну, ты тоже можешь пойти. Да я бы... Я, блядь, не пойду с такими, блядь. Ну вот император, приколами. ДК, ну, это просто собака, блядь. Пиздец. Все, блядь, до свидания. Нахуй. Не, ну раз давака, ладно, он чуть-чуть накосячил. Он расхуячил одну глыбу, блядь, на взлетке. Если бомбу убить, там ДПС должен быть по 12, по 13 тысяч, нахуй. У 5 ДПСеров, нахуй. Это синдраличья бычка убивается, нахуй. Вы сюда пришли не тем составом, нихуя. Два хила нихуя вы не убьете. Потому что вы обсираетесь, блядь. Давай-то ластрай. Пизду ваш ластрай, нахуй.